Всем привет, с вами Никитос и Олег. Олег, как тебя ест? О, это Дима ест. Да? Дим, ты смотришь, надеюсь. Если что, тебе привет. Ребят, ну сегодня у нас велопокатушки, мы едем в ломбард. Мы едем в ломбард сдавать телефон. Если вы смотрели влог, то вы помните то, что мы пытались его на базаре сдать, но его никто не взял. Сегодня мы едем в ломбард. Да, его готовы взять, но очень дешево. Сегодня мы едем в ломбард и попробуем его там сдать. Сейчас мы находимся в парке, но я бы это парком не назвал, я больше бы это назвал каким-то лесом. Маленьким? Ну да, маленьким лес. Ну смотри, тут дорожки, блин, хрен знает какие, непонятные. Их к лету подделать. Деревья, блин, ну как-то неухоженно слишком, мусора много. Еда. Кто там на мусоре? Моё. Ну Олег сейчас поднимет. Все, ребят. Мы сейчас отправляемся. Где? Поймал. Lie down, lying in your arms.
Я потом я крышку забыл снять. А куда дальше? Чего? Ты пишешь, что ты сделал. Голубей пугаю. А, не знаешь, что на камеру разлетается, мы подожди, я не могу. А, как будто стекло в глаз попало. Пипец, как будто стекло маленькое попало. Ты с толкаем. Знаешь, просто кто-то, знаешь, опилки это железные, знаешь, из окна выбрасывает. Причем мелкие такие, знаешь. Да, вот прям пипец, как больно стало. Это контент в этом. Прям... Снимает же камеру. Ну так мое лицо не видит. Прям такой какой-то, знаешь, стрела маленькая. От муравья отлетела. Теперь глаз горит как будто. Лучше бы сделали, как помнишь, там, где мы мыли руки этой, как его. Слушай, ты так говоришь, где мы такого руки не мыли, сюда честно? Этим мы один раз только мыли. Газировкой, лимонадом этим. Ессентуки. Помнишь там Пятерочку? Там, где ты велосипед ремонтировал. Вот там вот нормально, там такие вот стоят. Называть не салфетки, здесь трубник купить, а посрать на улице можно. Я тебе вот только на улице говорю про платный туалет. В торговом центре платный туалет, ну вы... А можно и так. Блин, вот я, к примеру, в зоне еды я... Поел еду, хочу помыть руки, блин. А туалет платный. 200 рублей. Не пошли бы вы на... Смотрю. Что не так? И что, с моей модели заедем? Заедем? Можно зайти. Может, они нас как служебный пропустят.
тебя нет знакомых там? Нету. Я вот только думаю, мне сейчас... Мне что-то недавно было... Мне тоже надо для вертолета ремонт. Я закрою, когда буду ходить. Воды, что ли? Нет, воды просто туда вырезала. Вот. Кто вы изобретете телефон, который вообще лагать не будет? Вот. Ну, норм все видно. А можешь поворот, чтобы фонтан был какой-нибудь видно? Чуть-чуть правее возьми. Правее возьми. Они наши велосипеды. Слышишь, что она сказала? Давай велосипед возьмем, да поедем. Потом на нас смотрит, да. И она на меня посмотрела и сказала, а, так они еще и снимают. Да? Да. Ну, она и про камеру. Пипец, пылью пахнет. Ну, отправишь мне, выберем. Вон там какой-то спуск, давай туда подъедем. Take me away from home. Show me all the places I've never known. I will chase the night. All of these broken dreams in flight, and we'll find, we'll find away, away, away. Yeah, we'll Первая была теплая. А, лицо хорошо так. Я знаю, что это вода. Короче. Да, а тут есть?
Мы накатались, дождь, фонтаны, все это круто, но мы все намокли и боимся заболеть, поэтому нам пора домой. С вами был Никитос и Олег.